Областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас» состоялся в станице Кумылжинской. Мастера народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества из 16 районов нашей области и 6 регионов страны показали свое мастерство. Открыли мероприятие казаки из конного клуба имени генерала Бакланова из Суровикино. Под исполнение народных песен участники фестиваля отправились в казачий городок с традиционными казачьими подворьями, где учились изготавливать традиционные куклы, вязать из пуха, лепить из глины, керамики и не только. Детские хореографические коллективы представили номер «Славься, наш казачий край». В финале мероприятия небо над Кумылгой раскрасил яркий салют.